какой бэкхенд в роскошку через коридор. Пронзил позиции Вавренки, да и потом доиграл. Очень четко ситуацию. Очень хороший швейцарец. И в результате 3-1 ведет болгарин. Вот его публика. Очень техничный теннис показывали оба, пока, наконец, не нашел момента для прострельного удара Димитров. Казалось, очень тонкий, укороченный и своевременно выполнил Гривер Димитров, но Вавренко был еще аккуратнее, еще точнее, изящнее. Все, что он сделал в этом розыгрыше, это, конечно, печать большого мастера. И 3-2. 3-2. Восстановлено равновесие. Великолепный, великолепный обратный кросс. Напрямую выигранные очки. Это тоже выигранное очко с подачи, но все-таки через следующие удары. Вот оно бы в ту статистику не попало. Ну вот какой интересный розыгрыш. Аут. Как быстро идет игра. Не успел завершиться гейм, как бросились. Пауза огромная была у болгарина. Он ей воспользовался по 15. Ошибся Вавренко. И первый сет достается Григору Димитрову со счетом 6-3. Он уже обыграл, напомню, на этом турнире не кого-нибудь, а Новака Джоковича. Ох, какую точку разглядел на корте. Еще один через коридор. Гениальный, можно сказать, удар.
рано, наверное, говорить о самом теннисисте, о его карьере в таких возвышенных тонах. Все-таки переиграл Вавренку даже в таком тонком розыгрыше. Мы видели в первой партии нечто подобное, и тогда Вавренко тоньше вышивал по корту. А здесь смотрите, как нашел красивый вариант в финале этой композиции Григор Димитров. И не стоит ждать милости от Вавренки. Ну как Вавренко чисто отыграл этот розыгрыш. Супер, супер, сейчас швейцарец отыграл этот розыгрыш. А вот сейчас попал. Противоход. Очень здорово отыграл, несмотря на помарки. Важный штрих. Красиво, как играет, открывает счет в этом гейме. Хорош. Убивает мяч у сетки швейцарец, 40-30. Что придумал Димитров? Но это невероятно совершенно. Вот такой теннис можно смотреть, смотреть и смотреть. То есть надо поболеть за Вавренку, чтобы увидеть еще и третью партию. Что делает Димитров? Это удлиненный, укороченный. Фантастика. Какая умница, а? Ух, как не добил. Не добил Вавренко, но и Димитров не справился. Это двойной сетбол. Нет, ну равный матч, ничего страшного не произошло. Нормально, Григорий, отлично, Станислав. Будет решающий сет. Очень красивый ответ.
Да, Димитров с его габаритами. Вавренко тоже очень изобретательный игрок. Крохоборство. Очень чистенько все сделал. Здорово. А я вас обманул, конечно. 180 четвертьфинал, в который еще не попал Димитров. Ах, подставился как. Шел, подползал к сетке буквально Григор, но в результате слишком остро для Вавренки. Не смог сыграть ни разу. Абсолютно в своей тарелке Вавренко. Он такими комбинациями кого угодно может уконтрапутить. Любого Джоковича. Ох ты! Что вытворяет, а? И все равно проигрывает Григор, потому что Вавренко по праву отъел буквально этот розыгрыш. Ну, а здесь уже без миндальничек. Да, 5-1. Не подавать будет на матч Вавренко. Вроде бы на равных начинает третий сет. 22-летний болгарин не выдержал. Я сказал 22-летний, немножко забежал вперед. Через неделю, 16 апреля, мая, исполнится 22 года Григору. Но вот уже 22-летний, сложившимся профессионалом, получившим вот такой, в том числе и печальный опыт, он приедет на Ролан Гаррос, будет там сеянным игроком в третьем десятке, но это уже совсем другой статус. Сегодня на этом турнире в Мадриде мы прощаемся с Димитровым.